Что Дело в случилось? том, что я рассказываю, да? Да, конечно. Но эта история-то очень давняя, как бы я еще была, ну, 9-10 класс, еще ребенок, но тем не менее, она такой для меня это был такой стресс, она очень глубокий оставила след в моей жизни, и травма была очень сильная. И я долго, потом очень долго, ну, все рассказывать, конечно, не буду, очень долго она длилась, там большую часть жизни. И сейчас, наконец-то, я как бы уже все, уже забыла все, и я корень отпустила, и все сделала. Но сейчас у меня так много проблем уже совсем других, и я думаю, что среди них есть частичка вот той травмы, все-таки подавленные эмоции, спазмы. Это сейчас большая моя проблема, эти спазмы зажимы, и мне хотелось бы хотя бы эти спазмы нейтрализовать. Давайте посмотрим в ситуацию, в которой у вас это проявляется, вот сейчас вот уже, да, вот совершенно, может быть, что-то недавнее совсем, или что-то наиболее яркое, что вот проявилось, вот те спазмы зажима, о которых вы говорите. Ну, вы знаете, вот Вспомните. этот вопрос мне уже сейчас, да их вспоминать, понимаете, просто мне не хотелось бы просто более углубляться. Это другие проблемы, это уже как бы заболевания, и как это начну рассказывать. Ну, Значит, уточните, может быть. смотрите, смотрите, вопрос какой, да? Ну, вы, может быть, совершенно правы, но я просто предлагаю ну, как бы проверить это с какой точки зрения. Это знаете, как вот все равно, когда человек там приходит к врачу, например, да, он говорит, вы знаете, у меня вот температура, давайте мы уберем мне температуру, да? А ему говорят, слушай, а давай проверим, что у вас все остальное. А он говорит, ты знаешь, вот давай не надо, вот температуру просто убери. То есть, как бы не вопрос, мы сейчас можем это убрать, да, совершенно. Но при этом тут вопрос-то какой? Человек все-таки, вот разделение на какие-то части, на какие-то травмы, на какие-то там половинки, или еще что-то, конечно, условное. Ну, потому что так работать проще. И если воспринимать так, ну, как бы мы тогда убираем очень много частей, которые, ну, как бы есть тоже, да, мы не обращаем внимания. Поэтому я всегда предлагаю вот именно целостно посмотреть. Потому что здесь вот тут играть, здесь не играть, здесь я рыбу заворачивал, ну, можно, да, но как хотите, да, тут все за ваше, так сказать, за ваш вопрос, но я бы рекомендовал посмотреть в целом. Потому Я что вот поняла. эти вот, там же, понимаете, как болезнь тоже может симптомом быть чего-то. Поэтому вот Ну, посмотрите здесь, что в жизни сейчас вот напрягает, да, где проявляется вот это вот дискомфорт, негармония, что-то еще. вы понимаете, это настолько длинная история, что вкратце как бы это и не расскажешь. Просто А сейчас здесь это. не надо. Зачем нам эту историю? Вы, если хотите, можете ее как-нибудь рассказать, конечно, но здесь же смотрите, какая ситуация. Нам история, по большому счету, не нужна, потому что есть конкретный эффект от нее. Да? И эффект, он строго определяется в теле. Ну, то есть он проявляется. Поэтому даже если у нас это произошло в результате какой-то длительной истории, все равно в этой истории есть какой-то конкретный момент, например. Да? Даже можно туда и не погружаться в эту историю, потому что от истории есть последствия. Поэтому здесь я вам просто рекомендую сейчас вот ну, как бы расслабиться и провести вот эти несколько там десятков минут вместе со мной. Так вы знаете, спокойно исследуя, может быть, даже фантазируя, может быть, даже путешествуя где-то там внутри по внутренним пространствам. Потому что все у вас хорошо, но давайте сделаем просто чуть лучше то, что я могу вам сделать. Я Поэтому поняла. смотрите, как сформулируйте тогда запрос, исходя из этого. Вот исходя из этой ситуации, тогда последствия этой ситуации, они, может быть, связаны каким-то образом, естественно, с моим нынешним состоянием, но очень отдаленным, а непосредственно они имели, то есть у меня и не было-то хорошего примера перед глазами, как правильно выстраивать отношения с мужчинами, а были мои девичьи фантазии, скажем так, школьные. И в дальнейшем, вот это была такая травма, и мне это очень помешало. Я строила неправильно совершенно отношения с юношами, там потом мужчинами. И у меня самооценка моя, она со временем стала все ниже, ниже. То есть я внешне я выглядела хорошо, и как бы я себя презентовала это так, а внутри у меня все было гораздо. У меня уже и комплексы появились, и все вот это, и неуверенность. Ну, в общем, какое-то душевное смятение. И все, и у меня не складывались отношения ни с кем. То есть я, как я сейчас понимаю, самооценка моя упала вообще. И мужчины, видимо, это чувствовали, что А вот. неправильное отношение, что такое? Неправильное отношение. Это
как я сейчас понимаю, у меня была позиция мужская, то есть я должна была все сама сделать, и проблемы все решать сама, и тем больше я сама решу проблемы. Ну, в то время и в школе учили, потому что мы все должны сами, а я была такая вся отличница, я вообще была золотая медалистка, я была гордость школы, и мальчику этому было очень приятно со мной, там, меня из-за него к директору 3 раза вызывали, мы все выдержали, и все это были такие там истории Ромео и Джульетты, очень романтическая, вот. И по жизни я вот училась преодолевать все препятствия сама. Но на тот период времени я добился определенных успехов, значительных, да. Вот все за счет того, что личная жизнь у меня не складывалась. Только потому, что я вела себя неправильно. Я вела себя с позиции мужской. А хотела рядом с собой иметь тоже мужчину сильнее себя. Я всегда говорю, что я хочу мужчину уважать, и что, чтобы он был сильнее меня, но таких мужчин я к себе просто не притягивала. Понятно. А сейчас что? Сейчас что мешает? Сейчас как формулируете вот в жизни, что не устраивает? А сейчас мне мешает такая проблема, что я постепенно, меня Вселенная решила возможности. Дмитрий, я не планировала все это. Надежда, смотрите сами, я не заставляю, да, потому что, может быть, действительно здесь не имеет смысла, но тут... Я сижу Понимаете? Дома, не выхожу из дома. Вот в чем проблема. Я просто не могу физически выйти. Понимаете, у меня почему-то так складывалась жизнь, что вот в последнее время, когда я стала заниматься саморазвитием, когда я стала улучшать знания, получать нужные, себя улучшать, и все, и свой взгляд, ну, в общем, восприятие жизни, все у меня улучшалось, как бы. И чем больше я сама улучшалась, тем больше я не могу вообще, я не могу выйти из дома, понимаете? И причем у меня нет условий даже, чтобы выйти. Я живу на 3-м этаже, лифта у нас нет. Спуститься я, ну, никак, я не могу даже на улице выйти. Вот, вот это проблема. И мне приходится сейчас, зато я в полной мере пользуюсь всеми знаниями, которые я получила вот у Павла Борисовича, потому что мне приходится сейчас обращаться к мужчинам, и я уже, конечно, к ним обращаюсь, веду себя совсем по-другому. Хорошо, давайте тогда с учетом всего вышеизложенного, что сейчас можем сделать хорошего? Сейчас мы можем, вот можно ли нейтрализовать как-то тот вред, как я уже вот написала, если от того, с того момента остались какие-то зажимы, спазмы в организме, в теле. Просто вот по состоянию здоровья они меня, да, очень мучают, и спазмы, зажимы, все это. И я хотела бы их, ну я понимаю, что все я не смогу сейчас их нейтрализовать, но хотя почему? Бы. Почему, зачем так все ограничивать-то? Давайте посмотрим с интересом, что получится, потому что я же сам не знаю, как это все пойдет. Да? Я полностью вот вам свою поддержку выражаю, все свои навыки привожу к тому, чтобы вам помочь сейчас. И давайте тогда мы сейчас сделаем вот что. Просто чуть глубже в себя расслабьтесь, насколько это возможно, любым доступным, приятным способом, какой для вас более приемлем, привычен. Можно некоторое время послушать свое дыхание и привычным уже взглядом пробежаться по телу, посмотреть, где лишние зажимы. Те, которые просто зажимы, те, которые проявляются и являются причиной и следствием, допустим, от каких-то вещей. Мы сейчас их посмотрим. И пока вы расслабляетесь, погружаетесь еще глубже, можно попросить ваше подсознание и те части вашей личности, которые ответственны за гармоничную жизнь, за то, чтобы у вас все было хорошо, пусть они сейчас покажут, вытащат на уровень сознания, выведут на уровень сознания то, что сейчас может быть актуальным, важным и связанным с той проблемой, с некорректной или негармонично завершившейся любовью тогда в юношеском возрасте. Это может приходить в виде любых ощущений, в виде любых образов, любых метафор, мыслей, знаний. Мы можем сейчас скорректировать, исправить и исцелить части, которые тогда получили вот это влияние, эту дисгармонию. Но сейчас я могу говорить? Да, конечно, всегда можете говорить. Когда я вспоминаю эту ситуацию, тут был один очень тяжелый день, когда вот я побежала домой просто в таком состоянии аффекта буквально. Мама испугалась, что я могу что-то с собой сделать, потому что очень переживала.
И вот в тот момент, когда я рвала все письма, фотографии, все выбрасывала, все, и у меня вот остался такой вот комок в груди, ну, в области сердца, просто как серый, не камень, а вот какой-то сжатый серый комок. Он остался, никуда не делся. Сейчас и есть. Хорошо. Здорово, что он проявился и появился. Здорово знать, что он есть, и значит, есть возможность с ним как-то повзаимодействовать. И вот этот серый комок из груди возьмите и мысленно извлеките, разместите перед собой, чтобы он был где-то в пространстве, чтобы могли мы его поисследовать. Как он? Разместил. Как он тогда там выглядит? Так же, как был? Да. Просто я его вынула и перед собой повесила. Скажите этому серому комку, я тебя вижу. Я разрешаю тебе показать все, что в тебе скрыто. Ну, он просто немножко чуть-чуть расправился, как бы. Похож на какой-то вот смятый серый пакет. Так ничего особо-то из него не вышло. Хорошо. Это тоже хорошо. Что он в вашу сторону проявляет, демонстрирует? Да ничего, как-то нейтрально. Скажите ему, я выбираю испытывать к тебе и проявлять только самые лучшие чувства. Как он меняется? Или остается таким же? Светлел чуть-чуть. Осветлел. Видно ли, что там внутри в нем, когда он посветлел? Я не вижу пока. Тоже хорошо. Чей этот комок, похожий на серый пакет? Ваш или чей-то чужой? Нет, не знаю. Пусть проявится образ того, кому принадлежит. Пусть проявится образ того, кому принадлежит этот серый комок. Привет. Кто это? Это молодой человек. И вот этот молодой человек. Хорошо. Зачем он вам дал вот этот комок? Какова функция этого пакета у вас? Что он вам делает? Я не знаю. Он говорит, что ничего не давал. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Не люблю вы очень, поэтому как бы, если можно, хорошо. Очень благодарен. Хорошо, меня тоже на ты, Андрей. Так, это что Ксения, такое? С чем? Какой вопрос, какой запрос, что в жизни не нравится? Знаете, какая у меня ситуация? У меня сейчас новые отношения и изменения в работе. Все очень сильно меняется, и ситуация сложилась таким образом, так. Что я никак не могу... У меня есть ощущение, что я не пони... мы с людьми друг друга не понимаем. То есть как будто на разных языках говорим. Так как у меня в основном вокруг одни мужчины, даже на работе я единственная женщина, то, в принципе, я бы хотела, наверное, ну, поговорить о мужчинах. О, интересно. Извините, интересно. А я да, почему-то здесь вот они тут остались, их нельзя было, кто-то их запускает. Не надо ничего нажимать лишнее. Так, извините, да. Хорошо, значит, молодой человек сказал, ничего не давал. Хорошо. Ну, здесь, знаете, как момент такой. Да, опять давайте в это погрузимся, в это состояние. Да, туда, значит, вот этот вот серый пакет. Когда серый... Просто сначала он был очень во мне заинтересован, очень, потому что я выбирала, тогда у меня была самооценка в норме. Я была в сравнении с ним, конечно, звезда, я выбирала. А когда уже он понял, через прошедшие, мы встречались, ну, полтора практически года, уже он закончил, а я еще училась, это длительный срок для школьников. И он, конечно, много для меня значил, он это знал, и он уже совсем по-другому себя вел, самоуверенный, очень, не очень красивый. Поэтому он мог себе так сказать, что я тут уже ничего не хотел, это ты.
Хорошо, а вот смотрите, вот этот пакет, который у вас вот оставался, да, вот этот серый пакет, вот он дал вам вот каким-то образом. Это может быть осознанно, может неосознанно, да, это не важно в данном случае. Какова функция этого пакета у вас? Что вам этот пакет делал, когда он был внутри? Ничего не делал, не сам, он просто как напоминание об этом, наверное. Угу. Хорошо, тогда вы сейчас возьмите и верните ему этот пакет. Просто представьте, увидите любым доступным наглядным образом. Я возвращаю тебе этот пакет, вот это все. Просто отдала, сунула в да. руки, сказала, чтобы он взял. Да. И как он тогда? Что он забрал? Забрал. Я отдала, сказала, что его исполнение нужно. Угу. Хорошо. А он с каким настроением это взял? Ну, уже не с таким самоуверенным. Хорошо. Посмотрите, есть ли у вас еще что-нибудь, что принадлежит ему, и надо это вернуть. Кто-то приходит, ощущается. Ну, это же пошли там такие личные вещи. Личные вещи, вы просто их не озвучиваете. Вы просто скажите, вот, что вы увидите, вот что-то там, да, можно без подробностей. Ну вот, да, какая-то энергия. Вот внизу живота какая-то энергия такая. Но не сказать, что очень темного, но сероват. Угу. Если эту энергию извлечь. Какая? Как тогда она выглядит снаружи? Ну вот в виде облачка энергии ты извлекла перед собой. Тоже можно вернуть ее. Она что делала? Ее функция какая? Как она влияла? Ну, что первое приходит? Это просто это было то, что осталось от него, видимо, от наших отношений. Это то, что я не смогла тогда это, может быть, из себя как-то удалить. Оно и осталось. Ну, возьмите сейчас, просто верните. Я выбираю вернуть тебе и дальше идти без этого. Что там получается, как это выглядит? Я все это говорю, ну, отдала. Так, ну и хорошо, да. Просто взял, ну, раз ты так считаешь, возьму. Что еще есть у вас его? Ну, еще, видимо, в голове, в памяти уже какая-то часть осталась. Если я еще извлекайте. Вспоминаю. Да, конечно, извлекайте. Размещайте перед собой, смотрите, как эта часть выглядит. Коричневого цвета. Тоже какая-то облачко. Тоже возвращайте, просто я даже, может быть, не сильно рассматриваю. Я выбираю вернуть тебе это, дальше идти без нее. И возвращаю. Он стоит как увешан подарками, полные руки моих возвратов. Ну, хорошо. Вы можете ему сказать, ты можешь делать с этим все, что хочешь. Можешь использовать, забирать, можешь отдавать кому-то, если это не твое. Ты сам можешь выбирать то, что с этим делать. Как он на это реагирует, что получается? Он слушает меня. Вы понимаете, в тех выражениях, когда он был таким, когда наши отношения только начинаются, когда он меня добивался, и вот сейчас он,
я когда все это возвращаю, он стал вот именно таким, как бы. Классно. Неуверенно в себе, взял все и думает, что мне с этим делать. Угу. Посмотрите, еще есть что-то. Пусть все, что и принадлежит ему, у вас. И это все проявится, чтобы это можно было ему вернуть. Еще у меня тоже одно воспоминание очень неприятно. Но если без подробностей, просто воспоминания о его друге. Очень приятно для меня. Наверное, где это воспоминание у вас находится? В голове. Там же, где есть память о нем. Хорошо, вынимайте, размещайте перед собой. Туда погружаться не надо. Просто вот, вот все, что связано с этим неприятным воспоминанием, самым синяя воспоминанием. Синяя облачко такое синее, вот я его извлекла. И тут же отдаю, да? Ну да, скажите этому облачку, я тебя вижу, чтобы был вот этот вот момент взаимодействия. И да, я отдаю это облачко. Извините, да. Можно вопрос? Вот это облачко, оно принадлежит не ему, а вот именно это его друг, связанный с его другом. А другом. Я сейчас как раз хотел это сказать, да. Вот мне да. Другу возвращать или ему? Вот смотрите, вы, если этот друг его, да, и сейчас же как получилось, мы задали вопрос, что связано с этим вот молодым человеком, что у вас осталось, появилось это облачко. Мы вернем это этому молодому человеку, просто вот я возвращаю тебе это, а если это принадлежит не тебе, верни тому, кто, кому это принадлежит на самом деле. Поняла. Оно связано с этим молодым человеком, но на самом деле принадлежит этому его другу. Все, я отдала, все, он взял все. Что внутри у вас еще что-нибудь есть, что надо вернуть им, ему? Кажется, больше нет, я не вижу. Хорошо. Что есть вашего у молодого человека? И что можно забрать и вернуть вам? Очень много ценного. Просто все, что могла, тогда я ему отдала. Но... Вы можете сейчас, чтобы вот по одному, не по одному, точнее, а вот увидеть все, что нужно забрать. Может быть, в виде какого-то набора предметов или что-то еще. Все сразу. Разместите это перед собой все. Как это все выглядит? То есть я говорю ему, что я выбираю взять от тебя. Да, вы просто вот увидите. Нет, вы смотрите, вы вот то, что. Что то, все то, что принадлежит вам и есть у него. Вы видите это? Я, честно говоря, сейчас не очень вижу. Просто я знаю, что я это отдавал. Здесь смотрите, момент какой. Когда мы знаем на уровне головы, это одно. Всегда, оно всегда хорошее, все хорошо, но может быть не совсем правдиво с какой точки зрения. Там же мы не учитываем всяческие эмоции, работу подсознания и всего остального. Поэтому в таких случаях лучше просто, знаете, задать внутренний вопрос туда, как бы к себе. Или просто посмотреть, что придет как ответ. Что есть у молодого человека, что принадлежит вам? Вот просто, что вы там видите? Что там за образы такие? Сейчас я посмотрю. Да, посмотрите, пожалуйста. Ну, в районе вот солнечного светения. Да, какая-то золотистая, такое желтое, золотистое какое-то. Сияние, что? Облако? Просто как золотая энергия, которая, да, ну, может быть, она, да, чуть-чуть внутри вливается, что ну, что-то золотистая, скажем так, энергия. Хорошо. Сделайте так, чтобы она разместилась в пространстве перед вами. И скажите ей, я тебя вижу. Что получается? Как она выглядит? Ну, она как играет. Она играет. Что это такое для вас? Ну, это какая-то моя часть души. Просто часть души, которую... Которую отдали? Я отдала, да. Хорошо.
Скажите этой своей части души, если ты действительно принадлежишь мне, то я забираю тебя идеальным образом. Как получается, что? Ну, согласна, да, согласен. Куда она помещается? Как выглядит? Куда она поместилась? Росла в области груди и разместила, не распространила. Хорошо. Что еще есть у этого молодого человека вашего? Что надо забрать? Больше ничего, наверное. Проверьте. Просто еще раз посмотрите. Пусть проявится то, что принадлежит вам и есть у этого молодого человека. Есть чего-то? Не вижу. Угу. Я здесь просто проверяю, потому что, ну, как бы не то, что вы не правы, да, что просто мне лишний раз лучше это проверить. Хорошо, посмотрите, пожалуйста, как выглядит, если есть связь между вами и этим молодым человеком. Первое, что приходит. Тонкая-тонкая дымка, просто практически нет ничего, но вот эта вот память, ну, то, что я помню, потому что это первое, но я, он наверняка помнит, просто помнит. Из каких там отношений, чего-то, но память это осталось, только это все. Ну, посмотрите, вот эту дымку, которая, как вы говорите, связь, да, ее можно сейчас, если она вам не нужна больше, если вам не нужны эти отношения, так вот, как они сейчас есть, вы можете взять и увидеть, как вы эту дымку перерезаете пополам, разделяете, чтобы ваша часть вернулась к вам, а его часть вот этой связи вернулась к нему. Как тогда там получается? Что происходит? Все, я это сделала, просто его часть ушла туда. Угу. Сейчас, когда вы смотрите на его образ, какие у вас ощущения, мысли, эмоции, чувства? Никаких. Просто знакомый, угу. Когда-то не человек. Хорошо. Можно его отпустить? Я думаю, что да. Ну, пусть идет. Если там был образ его друга, тоже пусть идет. Угу. Пусть все уходит. Ушли? Как сейчас себя ощущаете, что там в теле интересного, хорошего? Что обращает на себя внимание, если да? Я просто какая-то энергия. Да, я пока почему-то еще не очень ее чувствую, честно. Чего не чувствуете? Вот когда она заходила, да. Я ее чувствовала, а сейчас как-то она зашла, я почему-то перестала ее чувствовать. Потому что она просто строилась у вас уже? Или вы любите спецэффекты? Хорошо. Если вы не любите спецэффекты, давайте еще один вопросик посмотрим, если вы не против. Вот сейчас. Ага, чуть глубже в себя. Дыхание. Вот вы вся такая, какая есть, со всем своим жизненным опытом. Пришли в эту точку пространства-времени, когда слышите мой голос. И где, как, где находится и как сейчас выглядит ваша самооценка? Самооценка сейчас все в порядке. Находится она тоже где-то в области сердца, груди. Смотрите, она такая, какая должна быть? Я думаю, что да. Это мое мнение, я, конечно, не могу утверждать. Ну, я тем более не могу утверждать, откуда я знаю, как можно измерить самооценку другого человека. Здесь смотрите, какой момент. Вот она у вас есть же, да, какая-то часть. Вы благодаря этой самооценке принимаете какие-то решения, какие-то действия производите, что-то еще. И вот когда вы ощущаете вот эту самооценку у себя в груди, то есть это фактически принятие себя. Это, наверное, может быть в какой-то степени связь с собой. И вот просто по внутренним ощущениям, она такая, какая должна быть? Или, может быть, там нужно что-то исправить, улучшить?
увеличить, уменьшить? Если честно, я сейчас понимаю, что она у меня все-таки, ну, можно было бы ее как-то усилить просто из-за недостаточного опыта, вот как я сейчас понимаю, вообще недостойный мужчина, с которым я хотела бы общаться. И у меня какая-то неуверенность еще осталась, что, может быть, я не все еще знаю. Классно. Да. Смотрите, как здорово голова работает, да? То есть вы сделали, это она сделала. Голова, да? Конечно. Ну а как же? Смотрите, выводы какие. Диагноз. Что такое диагноз? Это когда мы собираем какой-то анамнез, какой-то набор фактов и ставим на себя ярлык. Я не знаю, как правильно общаться с мужчиной. Дальше из этого ярлыка переходим к определенным действиям. Вот мужчина, и хрен его знает, как с ним правильно общаться. Например. С другой стороны, поворачиваем это все в обратную сторону и приходим к некой основе. То есть вот эта вот самооценка. Я не знаю, как правильно общаться или еще что-то. Это же... Если вы ярлык на себя не ставите, вы намного свободнее действуете по жизни. Потому что не то, что там вот я такая с заниженной самооценкой, поэтому я вот это, а просто интересно, а вот с этим мужчиной что будет? Ну, условно говоря, да? Потому что вот говорите вот эту вот неуверенность в общении с мужчиной, она где? Как она проявляется? Ну, тоже где-то вот в этой области. Что там? Если сразу же привычным способом собрать, вынуть, разместить снаружи. Ну да, какой-то облачко, дымка какая-то. Угу. Какого цвета? Такой серо-голубого. Угу. Я тебя вижу. Что? Трусость моя, понимаешь? Трусость? Иногда прикольно. В некоторых моментах, да. Давайте с ней поздороваемся. Здравствуйте, трусость. Хорошая штука. Так, этой трусости можно сказать. Стань тем, чем ты являешься на самом деле. Как она тогда выглядит? Вот сейчас у меня первая мысль. Может быть, она из-за того, что я хотела перед этим сказать вам об этом. Возможно. А сейчас вот она, у меня эта мысль опять возникла. Что она связана вот с той девочкой, с той девушкой, даже не с девочкой, а с девушкой, которую оскорбили, которую унизили, наплевали, может, растоптали все ее лучшие чувства. Mm-hmm. И она тогда поняла, что чего-то она не знает, не умеет, чего-то она не может, и она вот это в себе и зажала, да. Ага. Это, видимо, осталось, да, тогда, до тех пор. И вот та девочка 16 лет, умница, красавица, а тем не менее, она вот пошла дальше, не уверена в себе и в своих возможностях. Ну хорошо, а вы видите сейчас ее, эту девочку? Да. А какое у нее там настроение, состояние? Что там за сцена такая? Ну, грустная, печальная. А что там происходит вот, в той ситуации, которую вы сейчас там видите? Ну, если так можно. Почему она сидит за столом, когда вот все вот так, она порвала, выбросила, и она сидит просто грусти и печаль. Хорошо. А теперь смотрите, если... Любви у нее больше нет. Чего нет? Любви у нее больше нет. Хорошая картинка, да. Подбадривающая такая. Хорошо, посмотрите вот на эту сценку как бы со стороны, как будто бы это, знаете, как вот в театре мизансцена такая вот сидит эта девочка, знаете, лет 16, считает, что любви у нее больше нет. За столом. Видите, да? Угу. И теперь мысленно представьте, что вот эта вся сцена, вся эта ситуация, там же есть и предметы, пространство, время, эмоции, чувства. И вы вот возьмите вот эту Надю, 16-летнюю, выйдите оттуда, саму, без вот этих всяких антуражей и всего остального. Просто вот из этой сцены ее заберите куда-нибудь к себе рядышком. А сцена дальше продолжается. Ну, пусть продолжается, она же продолжается без Нади. И вот там все остались эмоции, чувства. Вот это вот убеждение любви больше нет. Оно как выглядит? Что это за метафора? Что это за образ? Ну, потому что то, что она имела, ей казалось таким хорошим, таким идеальным, что больше второй раз просто не может быть. Да, я понимаю, как это произошло. Но смотрите, получается, что она приняла для себя вот это убеждение, любви больше нет. Дальше из этого убеждения начала строить свою
дальнейшую жизнь. Это убеждение правильное для нее тогдашнее, потому что она не знала, как можно иначе, как на это реагировать. И сейчас просто, когда вы уперлись вот в своем исследовании себя, да, в своей настройке себя, в это убеждение можно посмотреть, оно как выглядит вообще, вот что это такое? Если бы это было что-то материальное, то какой формы, материала, размера, цвета? Любви больше нет. Все вот тоже вот просто, ну, просто серая какая-то вот стена. Я вот эту серость стене говорю, я тебя вижу. Стань тем, чем ты была изначально. Я выбираю трансформировать тебя в что-то нейтральное или полезное. Что получается? Получается, та девочка, которая до того, как она познакомилась с этим мальчиком, когда она была радостная, веселая и счастливая. Какая прелесть. Хорошо. Вот эта девочка. Да, отлично. И вот эту девочку. А мне нравится просто. Это же, ну, это же ощущается, что это другая девочка совершенно. Я просто радуюсь вместе с вами. Она действительно это... была такая хорошенькая. Мне просто жаль, что ее так обломали. Почему была-то? Смотрите, вот она есть. Вот увидите, это хорошенькая. Да, девочка. Сейчас она есть, да. Вот она сейчас она есть. А вот это все, оно ушло как опыт. Зачем-то он был нужен. Мы не можем здесь оценивать, да, пока мы не поднимемся на уровень системы. Зачем, что за связки, кому, кто чего должен. Мы просто смотрим со своей точки зрения. Как на нас это влияет. Если есть что-то неэффективное, то можно от этого избавиться и просто оставить как информацию. И вот посмотрите, когда убрали вот это, преобразовали вот это все, любви больше нет. Тогда сейчас эта девочка как выглядит? Что у нее за настроение, чувства, эмоции? Вот, да, она... Просто она стала как бы пресной. Просто она... Ну, если считать, что да, это опыт был такой, она просто его как бы приняла и все. А стала слабой. Угу. Ну, это как? Любовь есть, что там еще есть? Да, впереди еще вся жизнь, все будет. Впереди вся жизнь. Классно. Предложите этой девочке, девушке, войти в вас. Я приглашаю тебя занять достойное место внутри меня и развиваться так, как тебе хочется. Ощущая любовь, радость. Да, она соглашается с удовольствием. Да. Угу. Ощутите, как она заходит, что происходит. Немножко отъеду, чтобы она зашла в меня. Хорошо. Все, она зашла в меня, да. Угу. Где разместилась? Или... И как себя сейчас чувствуете? Что там в теле сейчас? Какие чувства? Что происходит? Я ее чувствую. Новая энергия. Нравится? Да. Она, знаете, какая была красивая девочка, это я не видела. Ну, была-то. Поэтому ну, тогда была, а сейчас много не нужно. Да. Сейчас есть так. Хорошо. Как сейчас состояние? Очень хорошо. Очень хорошо. Я чувствую, да. Вот новую энергию, и мне кажется, более свободно уже циркуляция идет. Мне нравится. Алло.
Слышите меня? Нет, я должен был вернуться. Алло, раз, два, три. Нет, видно, да, меня не надо. Все хорошо. Я забыла. Да, хорошо. Расскажите, пожалуйста, сейчас вот я задал вопрос, потом пропал. Что сейчас, вот, когда вы смотрите на общение с мужчинами, как, да, как ощущаетесь тебе теперь, там, что с неуверенностью или с чем-то еще? Нет, вы знаете, неуверенности у меня уже нет. Неуверенность я имела в виду, что не со всеми мужчинами, а с некоторыми особенно статусными, может быть. Поэтому, может быть, у меня может быть какая-то неуверенность. А вообще с мужчинами у меня неуверенности нет. Не, ну мы сейчас вот все рассматривали, что с вами, вот когда я говорю, вот что там внутри, вы говорите, внутри есть некая вот неуверенность. Неуверенность вот здесь вот, и потом вы вышли на эту серость, через серое облачко, на эту девушку. Ну, вот сейчас что там в теле? Вот сейчас прям все хорошо, все уже нет здесь ничего, уже все нормально, уже энергия идет такая светлая. А вы теперь есть. Какая? Никакая, все своих цветов. Вот девочка, во мне уже нет никаких. Не, я имею в виду, вы какая? Вы теперь кто? Какая новая идентичность? Какая, а что делаете? Расскажите. Помимо того, что улыбающаяся, какая вы еще? Ну да, радостная, уверенная в себе. Какие еще есть определения хорошие? Может, вы делаете что-то иначе? Дмитрий, у меня все слова даже от радости, наверное, вылетело. Хорошо, здорово. Скажите, какие-нибудь еще хорошие песни. Вам нравится это состояние? Ну, конечно, да. Нет, я действительно, насколько... я уверена в себе, свободно чувствую себя, я свободно общаюсь и с мужчинами, и вообще с людьми. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста, насколько вы хотите закрепить это состояние по времени? Ну, с сегодняшнего момента, с сегодняшнего дня и на все оставшееся время в этом теле. Хорошо. Давайте так и сделаем. Кладите ладошку на грудь. Какую ладошку, через... принципиально, правую или левую? Ну, на мой взгляд, нет, я не помню, что там. Честно скажу, я не помню, чему учили в школе, но мне кажется, вот это у каждого свое. Вот какая больше вам хочется? Потому что то сначала там было левое, потом правое, левое. Только не говорите никому. Какая хочется, да. И через центр этой ладошки, вглубь себя, намерение. Я выбираю закрепить это мое новое состояние. Уверенные, радостные. И всего того, что там еще есть, и не назвали. Начиная с этого момента до конца моей земной жизни в этом теле. Все там внутри согласны? Хорошо. И тогда через эту же ладошку в поток благодарности направьте себе, своему бессознательному, тем частям, которые участвовали в трансформации. Господу Богу, Ангелу, Хранителю, Роду, Миру, Вселенной. Кому еще хотите? И когда закончите, можно сделать глубокий вдох, так подняв ручки. На выдохе опустить их. Все. Вдох там. Сделайте вдох, сделайте так, чтобы забрать себя в себя это тело. И на выдохе ощутить это новое состояние везде. Если есть возможность потранзуизить немножко. Если есть, будут там в будущем проверки вашего состояния ладошку на грудь, и вы теперь уверены и радостны. Теперь, может быть, что-то будет многое по-другому. Спасибо большое. Да, спасибо вам тогда. Всего доброго.